Инфекционные болезни у детей являются наиболее важной частью педиатрии. Огромный вклад в изучение детских инфекционных заболеваний внес выдающийся русский врач, основатель клинической педиатрии и научной школы в России Нил Федорович Филатов. Он тщательно изучал желудочно-кишечные заболевания и острые детские инфекции, занимавшие одно из первых мест среди причин высокой детской смертности. Разруха по-прежнему давала о себе знать послевоенная, после мировой, гражданской войн. И особо остро стоял вопрос о оказании помощи детям, поскольку было большое количество беспризорных детей. Заболеваемость была очень высокая, летальность была катастрофической. И вот за решение этой задачи взялся один из учеников знаменитого русского педиатра Нила Федоровича Филатова, Георгий Ильич Спиранский. Профессор Георгий Несторович Спиранский к тому моменту уже основал в Москве Институт охраны материнства и детства. И в 1929 году Нил Федорович приступает к проекту создания Центрального института усовершенствования врачей. Создает и возглавляет в нем кафедру педиатрии и детских инфекционных болезней. Такая кафедра была создана в 1932 году. И традиционно кафедра занималась всеми проблемами педиатрии, в том числе и проблемами борьбы с инфекционными заболеваниями у детей. В этом отношении большим помощником была целая группа, плеяда молодых и очень талантливых врачей-клиницистов, и среди них выделялась особо Мария Ефимовна Сухарева. С развитием науки и медицинских технологий стало очевидным, что общую педиатрию необходимо разделить на самостоятельные кафедры. И 21 декабря 1964 года приказом по Центральному институту усовершенствования врачей номер 489 была создана кафедра детских инфекционных болезней. Первым руководителем кафедры стала ученица Георгия Несторовича Спиранского и Александра Андреевича Киселя, профессор-инфекционист, выдающийся педагог и ученый Мария Ефимовна Сухарева. Ею был создан коллектив замечательных инфекционистов и педагогов. На кафедре в эти годы работали Любовь Абрамовна Берзина, Евдокия Александровна Линяева, Калерия Вульфовна Блюменталь, Изольда Николаевна Руденская, Антонина Александровна Чупрынина, Нора Леонидовна Махлиновская, Татьяна Анатольевна Румянцева. С 1966 года на кафедре работает прекрасный педагог, клиницист, детский инфекционист, доцент, кандидат медицинских наук Лидия Федоровна Нестерина. Кафедра являлась ведущей кафедрой в Советском Союзе. Это была школа детских инфекционистов. В тот период мы проводили регулярные циклы по детским инфекционным заболеваниям. И на учебу собирались врачи со всего Советского Союза. Те рабочие часы, которые мы проводили на кафедре, они были у постели больного, они были вот в обсуждениях ведущих тем, в обсуждении больных, не в пустых разговорах, а именно в обсуждении той новизны, которая появлялась в области инфекционной патологии. Под руководством профессора Сухаревой кафедра стала подлинной школой детских инфекционистов в СССР. Основные направления научных исследований кафедры в этот период касались изучения дизентерии, сальмонеллеза и других кишечных инфекций, скарлатины, дифтерии, коклюша, острых респираторных вирусных инфекций. С 1972 по 1984 года кафедрой руководил профессор Казарин Владимир Сергеевич. На кафедре проводилась большая методическая работа. Уделялось внимание изданию новых учебных и методических пособий,
вышли в свет рекомендации по лечению неотложных состояний при инфекционных заболеваниях у детей, монографии «Круп у детей» и «Инфекционный мононуклеоз у детей», удостоенные государственных премий. Основной клинической базой кафедры являлась детская клиническая больница номер 9. В это же время на кафедре начала работать ассистентом Павлова Людмила Алексеевна, окончившая аспирантуру и защитившая кандидатскую диссертацию по проблемам иерсиниоза. Людмила Алексеевна – клиницист с большим опытом работы, профессионал в области педагогики и преподавания детских инфекционных болезней, трудится на кафедре по настоящее время. Я выбрала свою профессию и специальность, не меняя ее по месту работы, в частности, в течение более 40 лет. Почему это произошло? Коллектив сразу показал, что возможно дружно обмениваться мнениями, можно вступать в полемику, но оставаться при этом именно коллективом с единомышлением. Более того, все были одухотворены как работой научного аспекта, так и преподавания. С 1985 по 2002 года кафедру детских инфекционных болезней возглавляла профессор Тимина Валентина Петровна, ученый и педагог, один из ведущих специалистов в области инфекционной патологии в СССР. На кафедре проводилась большая педагогическая, лечебно-консультативная и научная деятельность по проблемам фармакокинетики антибактериальных препаратов при менингитах, пневмониях, неотложных состояниях у детей и иерсиниозе, острых кишечных инфекциях. Под руководством Тиминой защищено 14 кандидатских и одна докторская диссертация. На кафедре в разные годы успешно и плодотворно работали Игорь Иванович Сидоров, Владимир Семенович Левин, Ирина Ивановна Ульянова. Особое влияние на формирование учебно-методической работы кафедры оказала замечательный педагог и клиницист-инфекционист Станцо Евгения Витальевна, которая более 15 лет была заведующей учебной частью кафедры. А что мы ищем при гепатите В? После окончания аспирантуры на кафедру пришла Чеботарева Татьяна Александровна, ныне профессор и заведующая учебной частью. Основные научные и клинические интересы Татьяны Александровны связаны с изучением респираторных вирусных инфекций, герпесовирусных инфекций и иммунологии инфекционных заболеваний. В тот период клинической базой кафедры стала Тушинская детская больница. С 2002 года кафедрой руководит доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации Мазанкова Людмила Николаевна, ученый, специалист в области детских инфекционных болезней с приоритетом интересов в изучении кишечных инфекций, микроэкологических аспектов патологии, вирусных заболеваний и многих других инфекций. За время существования кафедры изменилось ее и штатное расписание, подчеркивающее потребность современного непрерывного профессионального образования в преподавателях с наивысшими компетенциями. Коллектив сегодня включает в себя 6 докторов медицинских наук, из них 3 имеют звание профессор и 3 звание доцент, которые ведут различные циклы для наших клиницистов, инфекционистов и специалистов разного профиля. Также следует отметить таких профессоров, как Черникова Евгения Анатольевна, паразитолог, недавно пришедшая на нашу кафедру и ведет цикл по паразитологии, и профессор Попова Ольга Петровна, которая является специалистом российского уровня по коклюшу, коклюшеподобным заболеваниям.
На кафедре организована учебно-методическая работа по профессиональным программам подготовки врачей. И на сертификационных циклах ежегодно у нас обучаются где-то 200-250-300 педиатров и инфекционистов. Осуществляются выездные циклы в различные города Российской Федерации. Это есть города, где мы уже по 4-5 раз каждые 5 лет проводим циклы повышения квалификации. Это Воронеж, это Ижевск, это Астрахань, циклов международного значения, это в Казахстане. Учебные программы нашей кафедры постоянно обновляются. Обучение специалистов строится с учетом новых концепций и технологий оказания лечебно-профилактической помощи детям с инфекционной патологией в условиях эпидемиологической нестабильности, которая сейчас прослеживается, да, так сказать, не только в России, но и в Европе. Да, мы, конечно, держим руки на пульсе, строим наше непрерывное профессиональное образование с учетом той патологии, которая сейчас является очень актуальной. И тем самым поддерживаем высокий уровень профессиональной подготовки и переподготовки педиатров и инфекционистов. Особое внимание уделяется работе с ординаторами и аспирантами. За последние 10 лет нами подготовлено около 30 специалистов по специальности инфекционной болезни. Одним из аспектов деятельности кафедры, это, конечно же, учебно-методическая работа. Оказалось, что прошлый год был очень таким нагрузочным. Он выразился в огромном количестве образовательных программ, которые мы создали. Все они делались по заказу Минздрава. Все обучаются именно по этим программам. И наши специалисты, профессора кафедры, доценты кафедры, они авторы этих программ образовательных для ординаторов и для аспирантов. А вообще работа по воспитанию поколения на кафедре, она началась, конечно же, с создания этой кафедры, продолжается до настоящего времени. И столько, сколько будет существовать кафедра, столько и будут вырастать новые поколения инфекционистов на ней. Ну, вот сейчас два прекрасных у нас специалиста обучаются. Второго года ординатор, первого года. И вы увидите их ежедневно во всех коридорах наших отделений, потому что это любознательные, горящие глаза, которые в будущем станут, я надеюсь, прекрасными специалистами. Следующее направление, научное направление сейчас благодаря, ну, как я считаю, мудрости руководителя, который сейчас возглавляет нашу кафедру, оно вобрало в себя потенциал всей кафедры. В настоящий момент диссертационными работами руководят и заведующие кафедрой, и профессора. Так было не всегда на кафедре, а вот сейчас я считаю, что это вот реалии современного времени. Очень важное направление – научная работа. Это подготовка и обучение аспирантов, участие в проведении клинических исследований. На нашей кафедре обучались иностранные аспиранты и были защищены ими диссертационные работы. Они сейчас работают в разных странах мира. И, думаю, они пропагандируют те знания, которые получили у нас. На кафедре проводится очень большая издательская деятельность. Наши коллеги работают в редколлегиях различных журналов, в том числе в журналах, рекомендованных ВАК. Являются также членами диссертационных советов нашей академии. Принимают постоянно огромное участие в различных съездах, конференциях, конгрессах, где проводят симпозиумы, выступают с докладами. Следует отметить наше участие не только в российских конгрессах и съездах, но и в зарубежных международных конгрессах, куда мы 1-2 раза в год выезжаем для того, чтобы быть в курсе международных исследований. И даже представляли там свои доклады. В частности, наш аспирант Ольга Игоревна Демина выступала с одним из докладов на международном конгрессе. Научно-исследовательская работа сотрудников кафедры проводится по следующим основным направлениям. Совершенствование методов диагностики, профилактики и лечения инфекционных заболеваний желудочно-кишечного и респираторного тракта у детей, изучение эпидемиологии, этиопатогенеза и совершенствование дифференциальной диагностики антибиотика-ассоциированных диарей у детей, оптимизация диагностики и лечения бактериальных гнойных менингитов.
научные исследования проводятся в сотрудничестве с ведущими научно-исследовательскими центрами и клиниками Минздрава Российской Федерации и Российской Академии Наук. В результате 55-летней деятельности подготовлено и защищено 7 докторских и 53 кандидатских диссертаций, в том числе одна докторская и 14 кандидатских диссертаций за последние 15 лет. Необходимо держать марку в плане научной работы, прежде всего. Результаты этой работы отражены более чем в 100 методических рекомендациях и книгах. За последние 10 лет сотрудниками кафедры опубликовано 178 печатных работ, в том числе справочник практического врача детские инфекции под редакцией профессора Музанковой, корь у детей и взрослых, монография микробиоциноза эндогенной инфекции, 108 статей в рейтинговых журналах, 25 методических рекомендаций. Профессором Чеботаревой Татьяной Александровной получен патент Российской Федерации «Способ профилактики гриппа и острых респираторных инфекций у детей с бронхиальной астмой». Сотрудниками кафедры был создан новый электронный образовательный модуль, посвященный вакцинопрофилактике инфекционных болезней. Работа эта велась по заданию Минздрава, и в настоящее время эта информация размещена на сайте Академии. Достижение кафедры последних лет – это наша научно-практическая конференция «Инфекционные аспекты соматической патологии». В мае 2020 года мы будем проводить уже 12-ю конференцию, которая является площадкой объединения интересов с врачами всех специальностей – кардиологами, нефрологами, гематологами, онкологами. И вот такой синтез, он был впервые предложен как раз нашей кафедрой. Далее эта инициатива, насколько она оказалась важной, нужной, успешной, она была подхвачена педиатрами и специалистами-педиатрами, узкими специалистами. И сейчас посмотрите, как ни конференция, так всегда есть взаимосвязь инфекции, соматики. А это действительно очень важный раздел. Что это дает врачу? Это врачу дает в некотором смысле даже переворот нашего врачебного сознания. Сила кафедры в том, что каждый является высококвалифицированным специалистом в области детских инфекций. Более того, все прекрасные педиатры. То есть вот эта связь именно чистой педиатрии и инфекций на уровне высокой, очень высокой квалификации. И вот такое сочетание плюс огромный опыт, плюс постоянно работа с пациентами, а без этого никакой ни научной работы, ни преподавательской не может быть. Никогда. Потому что можно по книжке читать лекцию сколько хочешь, но там не будет ни души, ни практического выхода. Такого, который бывает, когда специалист постоянно работает преподаватель с пациентами. То, что касается преподавательской работы, методической. То есть все делается каждым в отдельности, но сообща. Просто дружный коллектив. Здравствуйте. Не уходите. Здесь кино снимают. А наши кафедры. Неотъемлемая и важная составляющая деятельности кафедры – лечебная клиническая работа, которая проводится на трех клинических базах. Это ежедневные обходы, консилиумы, курация больных, проведение научно-практических и патологоанатомических конференций. Эта работа ведется в сотрудничестве с теми клиниками, на базе которых располагается кафедра. Благодаря кафедре, когда у нас есть сложный случай, когда мы не понимаем, что происходит, мы зовем кафедру, мы собираем большой расширенный консилиум и все вместе думаем, что нам делать. Дорогие доктора кафедры инфекционных заболеваний, за вашей работой стоят жизни, судьбы людей. Мы очень благодарны вам за ваш труд. Георгию поставили ошибочный диагноз, но врачи кафедры не согласились с этим диагнозом, и Людмила Николаевна назначила другое лечение, поставила другой диагноз, и она оказалась права. У ребенка был синдром маляб-абсорбции. И если до этого нам грозило удаление части кишечника, то она сумела подобрать правильное лечение и вернуть ребенка к жизни. Спасибо вам огромное, и пусть
вам вернется столько счастья и здоровья, сколько вы вернули вашим пациентам. Огромное спасибо. Спасибо. Многолетняя и плодотворная научная, практическая и педагогическая работа по наиболее важным направлениям борьбы с детскими инфекционными заболеваниями позволила кафедре детских инфекционных болезней занять главное место в системе непрерывного профессионального образования врачей-педиатров по специальности инфекционной болезни. Мы поздравляем сотрудников кафедры с юбилеем. Мы понимаем, что это очень ответственный рубеж. Всей души поздравляем и уверены, что к нашим поздравлениям присоединятся другие сотрудники Академии. Я очень рада, что у нас юбилей. В другом же контексте, конечно, мы еще молоды. Мы еще молоды, у кафедры все впереди. Я надеюсь, что следующее поколение вырастет еще при нас, которые будут работать на кафедре. И, конечно же, юбилей – это всегда приятное дело. Сотрудники нашей кафедры вот уже 55 лет, а некоторые всю свою жизнь отдают и передают свои знания, опыт, талант любимому делу – лечению и профилактике инфекционных заболеваний у детей. Я желаю им всем здоровья, счастья, успехов и долгих лет работы на нашей кафедре. Кстати, я забыл сказать, ведь кафедра, отмечая свое 55-летие в этом году, в декабре, является, предвосхищает тот юбилейный год, который нам предстоит пережить в следующем году. В следующем году Академии нашей будет 90 лет, поэтому это очень интересное совпадение, и мы поздравляем Людмилу Николаевну и ее замечательный коллектив с тем, что она открывает пред юбилейным событием, юбилей своей кафедры, пред юбилейным событием нашей Академии.